Всем привет, друзья! Подъезжаем к селу Яблонево. Сейчас будем делать обзор храма. Храм очень красивый. Конечно, здесь вот станцию не по теме сделали. Электрическая как от станции. Кладбище, как всегда, недалеко. Сейчас здесь будет у нас поворот. Сейчас, друзья, вам немножечко сниму. Храм, естественно, реставрировали. Храм в рабочем состоянии, действующий. Все работает. Даже что-то строится еще там. Сейчас посмотрим. Здесь крышу сделали, покат один. Естественно, здесь что-то было, наверное, колокольня трехъярусная, как всегда делают. Смотрите, какие двери сделали. Из металла все ковано. Здесь вот еще что-то строят. Газовое отопление подключено. Четыре купола. Два маленьких, ой, три маленьких и один большой. Золотой сверкает. Красиво такое.